Участники отыгрывают эпизоды нападения фашистской Германии на СССР. Игроки поделены на две стороны. У каждой свои задачи. Но четкого сценария нет. Возможны любые события. Главная цель – уничтожить противника. Стрельба, взрывы, расслабляться нельзя, ведь все по-настоящему. Страйкбол – это имитация военных действий. Здесь все максимально приближено к реальным условиям. Настоящая экипировка, защитные очки и оружие. Точная копия боевого. Это привод. То есть это мягкая пневматика. Их бывает несколько типов. Это электропневматический, то есть он работает за счет своей такой конструкции. Оружие для страйкбола стреляет пластмассовыми пулями. Сами страйкболисты говорят, что это игра честных людей. Пули обычно не причиняют участникам вреда, а попадание незаметно. Игрок сам должен признаться в поражении и уйти с поля боя. Несмотря на стрельбу, страйкбол считается безопасным. Главное – соблюдать правила. Участник, прежде чем он вступает в игру, он должен быть, во-первых, экипирован по правилам, он должен сдать правила и знать правила, то есть и соблюдать правила в течение всей игры. В войну бок о бок играют директора, рабочие, военнослужащие и даже студенты. Евгений учится в машиностроительном колледже, приехал из Липецка. Страйкболом занимается около 5 лет. Экипировку и оружие покупает на собственные деньги. В игре занимает сторону обороны, поэтому позаботился о маскировке. Прежде всего, это общение с людьми, потому что приезжаешь, вот, мы приехали, люди с Урюпинска, с Борисоглебска. Ну, где еще пообщаешься? Потому что бывают еще игры, где приезжают вообще с Москвы, с Волгограда, с Питера, с Владивостока ребята видел. Поэтому это очень большой круг общения и интересно. Мы за синих в обороне, поэтому надо будет ныкаться. А вот без камуфляжа надо подпускать поближе. Тюнинг небольшой, всего лишь там чуть-чуть, хоть и длинный. Такие игры в Тамбовской области проводятся регулярно. Участники с нетерпением ждут следующий. Очередная битва состоится на этом же месте уже в июле. Мария Шумейкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.